разведбота нет. Похоже, наш инспектор... А, это он! К концу эксперимента я заметил, что каждая новая волна вампиров малочисленнее предыдущей. Видимо, вампиры каким-то образом передали информацию об опасности нашего сигнала, и теперь он из приманивающего стал отпугивающим. Я слетаю к заливу духов, чтобы выяснить, насколько далеко в среде вампиров разошлась эта информация. Значит, если инспектор прав, теперь для отпугивания вампиров достаточно включить ультразвук. Совершенно верно. Включай сигнал и работай. Даже скафандры не нужны. Посмотри на радар. Идем вниз. Повторяю, инспектор. Вас слышу, говорит инспектор Янин. Привет. Наконец-то. Где вы, инспектор? Все в порядке. Я, как ни странно, жив, хотя и чертовски покусан вампирами. Похоже, при укусах в ранку попадают не только микробы, но и антитела для борьбы с ними. Только нужно, чтобы укусов было побольше. Тогда быстрее происходит адаптация организма к местным условиям. Окей, мы летим к вам, инспектор. Говорить больше не могу. Вампиры повредили систему жизнеобеспечения. Сейчас вдохну кислорода и дам пеленг. Инспектор, что с вами? Почему замолчали? Прием! Они же не пьют кровь, наоборот. Значит, вампиры их кормят? Похоже. А это вы? Наконец-то. Они не могут слишком далеко удаляться от моря, так как живут под водой. Там у них целые города. А вампиры у них вроде домашних животных. Так же, как и другие ящеры. И откуда вы все это узнали? От них и узнал. Это что-то вроде телепатии. Но они внушали мне и зрительные образы. Они могут это делать на небольшом расстоянии, если на нас нет шлемов.
Оказывается, вампиры атаковали нас для того, чтобы мы скорее вступили в контакт с их хозяевами. Эти гуманоиды связаны с вампирами и другими животными планеты симбиотическими и телепатическими связями. Я многого не понял, но, похоже, мы нанесли им значительный ущерб. Во всяком случае, хозяева Геоны дали мне понять, что запрещают впредь посадку наших звездолетов, нарушающих их экологию. Похоже, у нашего концерна теперь будут трудности, а мы так надеялись на эту планетку. Пора. Гудбай, Геона. И все-таки, мне кажется, мы еще вернемся сюда.